декабря в эфире Радио Гродно тебя ждет праздничный эфир. Очень много подарков и самый главный приз – iPhone. Ребята, вообще, знаете, день рождения – такая штука, когда много гостей приходят. Самое главное – это чтобы у них настроение было. Поэтому вы с настроением к нам, а мы с настроением к вам. День рождения Радио Гродно 1 декабря. Не пропустите. Радио Гродно 25 лет. Да ты красивая. И потому мы решили отметить ее по всем правилам. В компании своих. Приглашаем вас. Будет много музыки. Все диджеи Радио Гродно в прямом эфире. И море подарков. С 18 ноября в эфире Радио Гродно по будням. Каждый день мы будем разыгрывать по 150 белорусских рублей. Мы начнем отмечать день рождения Радио Гродно загодя. Худи, термосы, сумки-шоперы, чашки. Все это подарки, которые мы с удовольствием подарим вам. Короче, самое важное, о чем чуть не забыли сказать. У Радио Гродно появился свой собственный телеграм-канал. Наконец-то! Это произошло, друзья. И прямо сейчас там проходит хит-парад. И вы можете принять участие в голосовании за трек, который прозвучит 1 декабря в нашем эфире, в нашем хит-параде. А самое главное, знаете что? Чтобы было весело, интересно и задорно. Ну а как еще может быть, если мы для вас работаем? А вы нас слушаете, поэтому слушайте, звоните в эфир, присылайте ваши сообщения, мы будем очень рады. Радио Гродно, 25 лет с вами.